Приближалось 20-е столетие. До него оставалось каких-нибудь 15 лет. За эти недолгие годы постимпрессионизма во Франции появилось целое созвездие великих живописцев. Сезанн, Ван Гог, Гоген, предвосхитивших головокружительные открытия искусства нового века. Правда, они об этом не догадывались. Своим временем они были непоняты и отвергнуты. Глядя на девушку у пианино Сезанна, трудно сразу понять, что его так связывало с импрессионистами в конце 80-х годов. Разве что откровенное пренебрежение академическими правилами и, конечно, современный сюжет. Комната в доме отца, банкира, в глубине на диване мать художника, у фортепиано сестра. Но как далека эта тяжелая, сумрачная живопись от сияющих красок импрессионистов. Они даже сомневались в способностях Сезанна, не оценив силы его художественного темперамента. Нет, и в кругу единомышленников этот диковатый провинциал, картины которого постоянно и с возмущением отвергались салоном, был одинок. С Писаро Сезанн не раз ездил в Овер и Понтуаз и, сидя рядом, учился писать этюды на пленэре. Там он написал свой автопортрет. Обросшее вызывающе косматой бородой лицо с горящим взглядом, которое рано состарили душевные бури и одиночество. Но и освоив импрессионистический метод, Сезанн остался самим собой. Да, он умел заставить свой холст дышать зноем южного полдня и свежестью горного воздуха. Но его цвет, его короткие сильные мазки – это не только блики света и тени, скользящие по стволу, траве, рыжей земле. Сам ствол, его ветви и густая хвоя – это земля, горы и воздух Прованса. Цвет Сезанна – живая материя, из которой выстроен мир, и природа, и вещи, упругие круглые яблоки, плотные ткани и ломкие салфетки его натюрморта. Из той же материи скроены и сшиты его герои. Крепкий крестьянин с лицом обожженным солнцем, как земля Прованса, с руками тяжелыми и крепкими, как выращенные ими плоды. В нем, как в природе, живут могучие силы. Он часть ее. У него нет своего имени. Он просто курильщик, просто человек. Эту свою картину, написанную на юге Франции в Арле, Ван Гог называл «воспоминанием о саде в Оттене» в родительском доме в Голландии. В изображении жаркой южной природы он включил фигуры женщин, арских дам и голландской крестьянки, которую он рисовал когда-то на родине. «Везде, — утверждает живописец, — на юге или на севере, земля, взлелеенная заботливыми женскими руками, всей отданной ей жизнью, воздает за это буйным цветением, щедростью своих даров».
растрепанный, жадно тянущийся в синеву небо куст сирени, выражение взволнованного состояния души Ван Гога. Картина была написана в период короткого, но далеко не полного выздоровления художника после первого приступа тяжелой болезни. Это одно из последних произведений Ван Гога, окрашенное мрачным трагизмом и болезненными ощущениями последних дней его короткой жизни. Рукой Гогена написано на картине по-канакски ее таитянское название «Куда ты идешь?». Это традиционное приветствие островитян. Но здесь, в этой картине, где женщина, словно праматерь Ева таитянского рая, несет в руках куда-то тяжелый плод, эти слова звучат вопросом, полным философского смысла. Гоген не описывает таитянские верования. Он проникается их ощущением. Сгущаются тропические сумерки на его картине, закатным огнем горит небо, ползут ночные тени, и таинственно оживают деревья и камни, и идол, божество здешних мест. «Таитянские пасторали» – так назвал эту картину Гоген. Мягкая гармония красок, зажженных тропическим солнцем, плавный ритм едва ощутимого движения – все подчиняется тихой мелодии пастушеской свирели, таитянской флейты, в руках смуглой таитянки. Грезят над чудесным источником таитянские Мария с нимбом над головой и Ева с плодом соблазна в руке. В гармонии красок гогеновской картины, в таинстве причастия к матери природе, исчезают различия народов и рас. В сумрачной тональности этой картины, в ее таинственных образах-символах воплотилась ностальгия художника по уходящей жизни. Это одна из последних картин Гогена, написанная им за 2 года до смерти вдали от родины на острове Святого Доминика.
«После ванны» – одна из ранних пастелей в серии «Обнаженные женщины за туалетом» Дега. Пастель, соединяющая качество и живописи, и рисунка, для Дега-рисовальщика, близкого в своих задачах к живописи импрессионизма, была основным материалом в 1880-е годы. Мазки нежного цвета в картине Писсаро складываются не только в дымку воздуха, в суету уличной толпы, экипажей, но и в отчетливую перспективу бульвара, формы высоких зданий. Это Париж, каким его увидел художник из окна гостиницы весенним днем 1898 года, и каким он остается всегда. Черный цвет подчеркивает и оттеняет сияющую тончайшими переливами цвета белизну кожи, блеск темных глаз молодой женщины. Но и черный цвет у Ренуара, импрессиониста, порождение света. Он пронизан множеством тонких цветных оттенков. Разыгранная Ренуаром в этом изящном холсте музыкальная вариация сияющих цветных пятен лица, прически, платья, фона, повторенных в развернутом веере, складывается в образ мечтательный и нежный, словно прекрасный цветок, девушки с веером. Ренуар написал несколько портретов актрисы Жанны Самари, и в каждом, сотканная из радужного цветного света, Жанна была разной. Эрмитажный портрет – парадный. Жанна Самари изображена в полный рост, готовая к выходу. Это модель знаменитой статуи первого крупного произведения Родена. Показанная в салоне 1878 года в Париже, она вызвала резкие нападки критики и публики, вызывающие откровенной натурностью. Но именно с нее началась слава Родена, великого новатора, открывшего новые пути европейской культуры. Запечатленное в неподвижном камне движение сливающихся в страстном порыве любви юных тел стало вечным. Так соединились импрессионизм и символизм в искусстве Родена.
Мазки цвета в автопортрете Сезанна лепят лицо, выявляя в нем и горячечное напряжение души, и отблеск жестокой борьбы с судьбой, и вызов в дерзком взгляде, в нарочито-косматых волосах, в надвинутой на лоб каскетке. Не случайно Сезанн назвал эту картину «Увертюрой к Тангейзеру». Глухие, сумрачные плоскости и пятна цвета, которыми обозначил живописец фигуры и предметы, вовлечены в суровый и мощный ритм, напоминающий ритмы вагнеровской музыки. В упругих плодах сезанновского натюрморта, напоенных живыми соками, в блеске и звонкости фаянсового кувшина, в роскоши тяжелой ткани, сконцентрированы плодотворящие силы природы и человеческого творчества. В этом портрете Сезанн воплотил скорее не конкретные черты, а тип человека, рожденного на земле и под солнцем Прованса. Вместе с тем в нем тонко выявлено индивидуальное состояние курильщика, погруженного в себя, завороженного своими мыслями и настроениями. Большая сосна росла на родине Сезанна в Провансе, неподалеку от Экса. Сезанн любил писать ее. Она предстает в этом одном из самых выдающихся его холстов, воплощением творящей силы земли и солнца Прованса, символом самой жизни. «Донателло среди диких!» — воскликнул критик Луи Воксель, увидев в зале осеннего салона 1905 года статуэтку скульптора итальянского возрождения в окружении картин молодых живописцев, написанных неистово яркими, дерзко свободными красками. «Дикие», «фависты» — так стали называть этих художников. Экспериментируя с красками, фависты сделали важное открытие в области цвета, ставшее одной из основ современной живописи. Сам фавизм, это первое направление новейшего искусства, просуществовал недолго, но из него вышел прежде всего Матисс, великий художник 20-го столетия, и другие крупнейшие живописцы нового века, Дерен, Фламинг, Марке, Ван Донген. В работе «Фламинга. Вид на Сену» простой пейзажный мотив преображается в суровую, полную драматического накала живопись.
артистическим богемным Монмартром, с которым навсегда оказалась связана дерзкая эффектная живопись Ван Донгена, навеян образ роковой, свободной, гордой и опасной дамы в черной шляпе. Нарастает, захватывает пространство гигантского холста зеленый цвет, теснит синий к верхнему краю. На зеленом красно-розовые пятна тела упираются в синеву. Сжатые, как пружина, они горят на зелени нестерпимым огнем. Краски — герои картины. Цвет ее — знак предельного духовного напряжения, из которого рождается музыка. Музыка Анри Матисса — это ошеломляюще просто, величественно масштабно и чувственно зримо выраженная идея природы творчества. И вместе с тем это декоративное панно, стенная живопись, возрожденная Матиссом средствами современного искусства. Картину Матисс писал для московского дома собирателя нового искусства Сергея Ивановича Щукина. Идеи некоторых из них были подсказаны Щукиным. Может быть, вы также сделаете картину с фигурами в одежде? Может быть, портрет вашей семьи, мадам Матисс и трое ваших детей? Надо было обладать щукинским вкусом, чтобы понять, что не портретная характеристика, а цветной узор монументального семейного портрета или утонченный глухой тон и элегантный рисунок портрета жены художника составляют музыку матиссовских холстов, несущую в себе глубокую духовность. Картина «Две сестры» молодого талантливого художника Пабло Пикассо окрашена мрачным тоном. Словно исчезли все краски мира, остался один плотно уложенный на холст сине-голубой, цвет холода, мрака, безнадежности. Из этой материи художник непререкаемо и крепко строил аскетичные в жестких контурах и объемах фигуры людей, трагически обездоленных, но по-испански гордых. В картине «Дерен. Гавань в Провансе» в геометризированных формах. Обнажена простая и суровая, незамутненная случайностями логика красоты, сотворенной природой и человеком. Кубистические плоскости цвета строят монументальную, напряженную конструкцию фигуры дамы с веером. Пабло Пикассо, художника, подтолкнуло к созданию нового приема предельного обнажения в живописных формах внутренней конструкции вещей и явлений знакомство с негритянской скульптурой, с нарочито огрубленными деревянными фигурами. Так родился кубизм. Живописный стиль, изобретенный Пикассо и Браком, и подхваченный их друзьями Грисом, Делоне и отошедшим от фавизма Дереном. В этой картине Бонар подчеркнуто декоративен, передавая в цвете холодный свет ранней весны. Рисунок срезанных ветвей становится изысканным обрамлением панно, а неожиданные у последователей импрессионистов фигурки фавнов связывают его с декоративными традициями классического прошлого.
артистическим, богемным Монмартром, с которым навсегда оказалась связана дерзкая эффектная живопись Ван Донгена, навеян образ роковой, свободной, гордой и опасной дамы в черной шляпе. Простой пейзажный мотив, вид на Сену в парижском пригороде Шату, преображается в восприятии фависта Вламинка в суровую, полную драматического накала живопись, выдавая мрачное состояние души художника. Близких к кубизму геометризированных формах города и гавани, деревьев и гор, изображенных Дереном, фавистки чистых и интенсивных красках обнажена простая и суровая, незамутненная случайностями логика красоты, сотворенной природой и человеком. Огненно-красный цвет тел на зеленом и синем в холсте Матисса — знак человека, творящего музыку на вечной тверди зеленой земли под вечной синевой небес. Таким же знаком природной энергии человека, притворенной в творчество, является и парная к музыке панно Матисса «Танец», тоже хранящиеся в Эрмитаже. Как пестрый и нарядный восточный ковер, как красочная персидская миниатюра звучит семейный портрет Матисса. Яркими пятнами черного, красного, желтого вплетаются фигуры дочери, сыновей, жены художника в запутанно сложный, непостижимый, волшебно прекрасный узорчатый мир. Кубистические плоскости цвета строят конструкцию женской фигуры, монументальную, напряженную, замкнутую в кресле и в самой себе, с остриями углов, направленными вовне, но с веером, раскрытым навстречу. Во всем трагическая и гротескная сущность дамы с веером. Встреча двух сестер, проститутки и монахини. Таков изначальный сюжет этой картины Пикассо. Но он сотворил их из одного уравнявшего их материала, холодного, жесткого, лишенного света,
и из него же мрачные своды, под которыми они встретились. И они сомкнулись в мощную арку противостоять тяжести сводов, тяжести жизни. Эта сказочная сцена борьбы диких зверей в зарослях джунглей была подсказана Руссо, чиновнику таможни, никогда не покидавшему Парижа, его визитами в зоосад и почтовыми открытками, а главное – наивным и чистым воображением, притворенным в живопись по-детски непосредственно.